В первые дни октября в Нарьян-Маре и в поселке Искатели произошло 4 случая ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Один из них зафиксировала камера видеонаблюдения. На камере видно, как по нерегулируемому пешеходному переходу двигается женщина в темной одежде. В этот момент водитель автомобиля «Нива Шевроле», двигаясь по улице Монтажников в поселок Искателей, совершает на нее наезд. В результате ДТП женщина 1984 года рождения была доставлена в окружную больницу. По факту наезда на пешехода проводится проверка. В связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий отдел госавтоинспекции просит граждан быть предельно внимательными, особенно в темное время суток. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу в строго отведенных местах, при себе также использовать светоотражающие элементы на верхней одежде, переходить дорогу только убедившись в безопасности данного перехода, то есть оценить скорость транспортного средства, также расстояние до приближающегося транспортного средства. Водителям рекомендуется, особенно с наступлением осенне-зимнего периода, не забыть сменить летнюю резину на зимнюю. Также сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям быть предельно осторожными, особенно в часы пик.